טוב, קודם כל, שבוע טוב לכולנו. Всем хорошей недели. באמת שהיום זה יום מאוד מאוד מיוחד לכל מי שמדבר רוסית בעולם. Сегодня очень хороший, важный исторический день для всех русскоговорящих. אנחנו מאוד מאוד מאושרים, שמחים על היום ההיסטורי הזה. אנחנו מדברים איתכם כבר הרבה חודשים על החזון. Мы очень счастливы и очень взволнованы, уже долгое время мы говорим об этом. והיום אני רוצה גם לדבר קצת על מה שאלוהים עושה עכשיו, שרוח הקודש עושה גם בקרב הגויים וגם בקרב היהודים. Я хочу пару слов рассказать вам, что Святой Дух делает сегодня среди народов и среди народа Израиля. ולפני שאני נכנס לכל הפרטים היום, כי באמת זה יום מאוד מיוחד, И прежде чем я начну говорить конкретно о обучении, я хочу поделиться видением. אני קודם כל רוצה לדעת תודה לאלוהים. Я хочу воздать всю благодарность Всевышнему. ולהגיד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו קיימנו והגיענו לזמן הזה. Благослови нас Господь, который дал нам силы прийти к этому моменту. ואני רוצה להודות לאלוהים על כל האנשים שעבדו על הפרויקט המסובך הזה. Я хочу поблагодарить всех людей, которые помогали нам в этом проекте и помогают нам сейчас. כל הצוות שלנו בישיבה. Вся наша группа в Ешиве. וקבוצה של מתורגמנים. Группа переводчиков. בחורות מדהימות שבאמת עבדו יום ולילה במשך חודשים על זה. Замечательные сестры, которые работали днями, ночами, месяцами для того, чтобы поднять. ממוסקבה, ממולדובה, מכל מיני מקומות, אני מודה על כל העבודה. благодарю всех вас. כפי שאתם יודעים, אני נפגש איתכם כמעט כל שבוע ללמד תורה. Вы знаете, что я встречаюсь с вами каждую неделю обучать вас Торе. אני רוצה לספר לכם במספר מילים את הסיפור שלנו. Я хочу в двух словах пояснить наше видение, рассказать вам кое-что. Это סיפור של העמותה שלנו ואת הסיפור האישי שלי. И мой личный рассказ, мое свидетельство. כי היום באמת הדרכים שלנו מצטלבות ביחד. Сегодня наши пути соединились. אני חושב שכולנו מבינים שאנחנו באחרית הימים עכשיו. כולנו מבינים את זה. Все мы согласны и все мы принимаем, что мы живём, конечно, сейчас в последние времена. זה לא מקרי, אולג, שכל כך הרבה אנשים פשוט באים, וגם אם הם לא יהודים, הם מתחילים להתקרב לשורשים היהודים שלהם. Это не случайно, это пророчески, что огромное количество людей присоединяются к корням веры. כולם צריכים להבין שזה משהו נבואי. זה משהו נבואי. Мы должны понять, что это что-то пророческое. שאול אמר שהיום הזה שהגאולה, הדרך שהגאולה תגיע, זה יהיה משהו בסוד, זה יהיה משהו על טבעי. И как апостол Павел говорит, что когда придет этот день, он будет невероятен, страшен и невероятно удивителен. שאול קרא לזה מלוא הגויים, או התמלאות של הגויים. И שאול называет это полнотою язычника. הוא אמר שהתהליך הזה יהיה כמו סוד, זה יהיה משהו על טבעי, אז אנחנו חלק היום מההתמלות, גם של הגוי. Это будет что-то тайное, что-то невероятное. Сегодня мы часть вот этой полноты народов. והתמלות גם של היהודים. Также и народа Израиля. לדוגמה, אם תדברו עם אולג, ותשאלו אותו את השאלה הזאת, לא, תגיד להם, אם תשאלו את אולג את השאלה הזאת, если вы спросите Олега этот вопрос, למה הוא מתקרב לתורה עכשיו? Почему он присоединяется, приближается к Торе? הוא יהודי, הוא מאמין בישוע, потому что он еврей, который верует в ישוע, ומשהו גם קרה לו, משהו על טבעי, והוא מתקרב לתורת ישראל ולעם היהודי. למה זה קרה לו אפילו? Это то, что случилось и со мной, то есть обращение к Торе и корням веры. כי אם אתם מסתכלים טוב טוב ברומים 11,
Если вы внимательно смотрите на Римлянов 11 глава, Гама еуди беацмо царих литмалот, ло рак агой. То даже евреи, также евреи должны войти в полноту, не только языческие народы. ואני לא חושב שזה צירוף מקרים שאנחנו מודיעים את מה שאנחנו מודיעים היום לדוברי רוסית בכל העולם. אני לא חושב שזה צירוף מקרים לגמרי. Я не думаю, что это совпадение вещей, которые мы сегодня видим происходящих в мире, это реальное провидение. כי השבת הזאת בדיוק עברנו בגולה את פרשת פנחס בגולה. И сегодня в народах, не в Израиле, мы читали недельную главу Пинхас. Вы кулану йоди маше Пинхас аса, Элоим натан ло брит олам, брит шалом. И все мы знаем, что Пинхас сделал, Господь дал ему завет мира. Авали ми стаклим тов тов ала хаим шел Пинхас, ал ми ши ая аба ве асаба шело. Кен. Им анахну мистаклим ала хаим шел Пинхас, Если мы смотрим на жизнь самого Финеса, мы видим что-то очень странное в его жизни. В Писании он называется Пинхас, сын Элазара, сына Аарона. אבל הוא לא קשור לאלעזר בן אהרון, הוא למעשה קשור מבחינת המשפחה שלו, הוא קשור ליתרו בן פוטי, הוא קשור למפתם, הוא בא מעבודה זרה. Пинхас, хоть он и называется, представлен у нас сыном Элазара, но он не имеет отношения к еврейскому народу, вообще он из поколения Иофора, медианского священника. השורשים שלו לא היו שורשים יהודים. Его корни вообще не были еврейскими. איך זה שהשם שלו השתנה לבן אהרון? И как это так, что имя его изменилось на בן אהרון, сын אהרון? כי הוא בחר שורש חדש. Потому что он выбрал новый путь. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו בכל העולם, בכל העולם. Это то, что происходит сейчас во всем мире. Я вижу это во всем мире. Анашим гоим, не евреи. Хелькам афилу башорашим шалаим им мелеим бе антишемиют афилу. В их корнях есть антисемитские поколения антисемитов даже. Бохарим шореш хадаш. Но сегодня они избирают новый путь. Они хотят быть присоединенными к Израилю. И это интересно, потому что, учитывая книгу Исход, Израиль называется сыном Всевышнего, Бен Элоим. Они хотят быть присоединенными через Иешуа бен Элохим к бен Элохим Израилю. И אפשר להיות מחובר לבן האלוהים ישוע בלי להיות מחובר לעם היהודי. Невозможно по-настоящему быть присоединенным к бен Элохим Иешуа, не присоединившись к Израилю. ב-2013 הוצאתי את הספר שלי חזרתו של החזיר הקשר. В 2013 году я выпустил книгу «Возвращение кошерной свиньи». כל כך הרבה אנשים שמחו והתלהבו. Так много людей радовались и благодарили меня. כל כך הרבה אנשים קנאים לישוע. Так много людей ревностны по ישוע. בלי הבנה אבל ובלי בסיס, חצי בסיס ביהדות. Но они очень ревностны, но у них нету никакого практически основания еврейской мысли. קנאה בלי דעת לא שווה כלום. Получается, что ревность без понимания, без видения не имеет отношения, не имеет смысла. В 2014 Элоим амар ли, тиках эт кол ха-йеда би-яхадут. И в 2013 году Господь сказал мне, возьми все, что ты знаешь в иудаизме, все, что ты учил. Ветивне ешива мешихит. И открой мессианскую ешиву. להחזיר אנשים, אפילו גויים, להחזיר אותם הביתה, לשורשים שלהם. Возвратить народы к их духовным корням. לא לייעד אותם. לא לייעד אותם.
не заниматься их обращением с точки зрения в еврейство физическое, но возвратить их в основание веры. Основание веры не начинается с Евангелия от Матфея, 1 глава, 1 стих. Также не начинается в книге Исход, 20 глава, когда Бог дарует Тору. Все начинается с Авраама, нашего отца. התקשרתי לכל הרבנים המשיחים הכי טובים שאני מכיר, מלאים ברוח הקודש. Я связан с самыми известными раввинами мессианскими, которые наполнены Святым Духом. עם לב גם ליהודי וגם לגוי. У них еврейские сердца, но также повернуты к народам. חיים כיהודים. Живут как евреи. והסברתי להם את החזון. И я объяснил им свое видение. אנא תעזרו לי לבנות זהות יהודית בקרב הגויים, שתיכנסו חזרה ויחזרו הביתה. יש דרך לחזור גם. Помогите мне, пожалуйста, построить вот этот путь, как возвратить народы к корням своей веры. אלוהים העיר אותי בבוקר והוא אמר לי את המילה שובו. И Господь дал мне вот это слово שובו. שובו בא מהמילה תשובה, לחזור הביתה. И шуву берется от слова шува, возвращение, возвратиться домой. Я хочу, чтобы все мы увидели вот эту картину, и никто не пропустил самую главную мысль. У нас есть цель. Возвратить тебя в полноту веры. Чтобы народы возвратились к полноте своей веры. Через Иешуа. Во все заветы Израиля. Не потому, что он находится там. Его нету там сейчас. Но он выбирает быть там. Посмотрите на мой стакан из Старбакса. Почти пустая сейчас. Пустой. Когда человек из народов возвращается домой. Он икрала коса зовут Ам Исраэль. Давайте назовем этот стакан народ Израиля. Ша коса зовут Мелеа Геуна Мегия. Когда этот стакан переполнится, значит спасение пришло. Ше гой хозер абайта, у яхол лемалот эта кос шел Ам Исраэль. У яхол йот хелек мегиулат Исраэль. И когда язычники возвращаются к корням своей веры, они наполняют эту чашу. Чаша переполняется, и Машиах приближается. В 2013 году я был очень в ревности. Когда я начал слушать те послания, которые выходят из Израиля. Титпалелу бишвиль Цион. Молитесь, пожалуйста, за Сион. Табоу левакер. Приезжайте. Ветитрему кесев. Это то, что говорят, то, что я услышал, то, что говорят. Приезжайте. Приезжайте к нам и, самое главное, жертвуйте на нас деньги. Это то послание, которое я слышал. Ахим ве ахайот якарим шикру лахем. Дорогие братья и сестры, вас обманывают. Для человека из всех языческих народов есть особенное предназначение, кроме как Христа. Потому что человек из народов, язычник, он является неотъемлемой частью избавления и спасения всего Израиля.
Но для того, чтобы быть частью, он должен быть внутри. В 2015 году я поднял ешиву. Сначала было 40 учеников. В 2016 было 100 учеников. В 2017 году уже 200 учеников было. В 2018 году уже 400 учеников. Лифней шаббат квар аварну 600 талмидим. На прошлом шаббат мы уже перевалили 600 учеников. А ешива поэлет бе 52 мединот. Наша ешива работает в 54 странах. Сфарадит. Испанский язык. Италькит. Итальянский. Германит. Немецкий. ושאלתי את עצמי את השאלה הזאת. Я спросил этот вопрос себя. מה עם כל הדוברי רוסית בעולם? А что же со всеми русскоязычными в этом мире? לפני שנה הבאתי את התורה לקהילה של אולג. И год назад я привез Тору, дал Тору Олегу. וזאת הייתה התחלה של התוכנית האלוהית. И это было начало вот этого пути, плана Господа. להקים ישיבה. Создать ישיבו. להביא חזרה את השם של ישוע ואת האמונה האמיתית המשיחית חזרה הביתה לדוברי הרוסית. И видение, чтобы возвратить оригинальное понятие о Ишуа, которое существовало всегда из народов назад в землю Израиля. וחשוב מאוד להבין את זה, לא מעניין את אלוהים מאיפה הגעת, מאיפה באת, מה הרקע שלך, זה לא אכפת לו. Господу не важно, откуда ты пришел, какая твое, что, где ты был и так далее, откуда ты. הוא שואל שאלה פשוטה היום בפרשת פנחס. Я спрашиваю себя сегодня в этой недельной главе Пинхас. מה אתה הולך לעשות עם זה? Что ты, именно ты выбираешь делать. אתה מכיר, אתה מכירים את ישוע עכשיו. מה אתה הולך לעשות? למלות את הכוס הזאת? להביא את תשועה של לציון? מה אנחנו לעשות? Ты знаешь ישוע, но чувствуешь, что твой стакан, твоя чаша не наполнена. И сейчас Господь дает тебе шанс наполнить ее. התפללנו הרבה זמן, עבדנו חודשים, השקענו אלפי דולרים. Мы вложили огромные деньги, молились, все для того, чтобы создать это, перевести это. И сейчас вы увидите на своих экранах, вы сейчас видите это. Сегодня мы уже, в принципе, подняли. Это атар им кола информация о Ешиват Шуву Берусит. Вы видите сейчас эту ссылку, которая ведет на сайт Ешиват Шуву на русском языке. Это бедюк та тохнит, что мишу в Дром Америка, в Европа, в Асия ломе. Это ло мешане. А хазара бетшува и ота хазара бетшува. Это не важно, у всех народов, в которых мы работаем, Европа, Германия, Америка, Южная Америка, все одинаковый линк. Все работают в одном направлении. עוד מספר דקות אנחנו נעבור דרך האתר ונעבור על האתר. Через пару минут мы начнем изучать с вами сайт и говорить об этом. אבל לפני כל האתר ברוסית, כל האינפורמציה על הישיבה ברוסית. Вся информация на русском языке, которая создана на этом сайте. אני מודה לאלוהים שהוא הביא אותנו ליום הזה שאנחנו נוכל לספר לכם על זה. Я благодарен Господу, который, в принципе, привел нас сегодня к этому моменту. Ешива Чуву и беемета ешива гдола бейотер баолам. И, как ни странно, наша ешива одна из самых больших в мире. Именно Анна, торшу ли лаарот лахен лемиспар шниот? Сейчас, секунду, я покажу вам кое-что здесь. Им атем роим ахшав это масах. Если вы вот сейчас видите на ваших экранах, посмотрите. А там тиру это мапа азот. Вы видите карту. Бекол аолам. Карта всех точек, где работает Ишива.
אולג, אתה רואה את המפה? אתה רואה אותה עכשיו כן, כבר? כן, כן. שימו לב שבדברי הרוסית שום דבר לא קרה. Смотрите, но на русском языке, вот у меня на моей карте ничего нет, она пустая. ויש לנו היום עשרות מרכזים ועשרות קהילות ועשרות ומאות תלמידים בכל העולם חוץ מדוברי רוסית. У нас есть десятки центров и всевозможных общин и церквей, которые работают с нами. Но вот у меня на карте русского, на России, всех русскоязычных стран ничего нет. Элоим натан лану хазон айом. И сегодня Господь дает нам видение. Хазон барур меод лирот кейлот мешихиот. Видеть мессианские общины, в принципе. В Латвии, в Литвении, в Украине, в Москве. חייבים לתקן את העוול שנגרם. В разных странах, в Латвии, во всех странах, мы должны исправить тот ужас, который был причинен. למה חייבים לתקן את העוול הנגרם במקומות האלה? Почему мы должны исправить вот это вот страшное, что происходило с народом? Там יהודי נשפך בו. Потому что еврейская кровь была пролита в этих странах. האדמה היום תחת קללה. И земля находится под проклятием. לפני שישוע יכול להיות מלך בציון, прежде чем Иешуа станет царем на Сионе, אנחנו חייבים להמליך אותו בסיביריה, במוסקבה, בסנט פיטרסבורג, בכל המקומות האלה. ישוע חייב להיות מלך במקומות האלה קודם כל. Мы должны воцарить его в этих странах, во всех. Иешуа должен быть царь там, прежде всего, прежде чем он будет царем в Израиле. וזה התפקיד שלנו היום, למלות את השם שלו ולבנות קהילות משיחיות בכל המדינות האלה. Это за наша задача сегодня через обучение в конечном итоге созидать мессианские общины во всем мире. אלוהים אומר במקרא כל הזמן שיהיה לו שארית. Господь говорит в Писании, что у него всегда есть остаток. ואני יודע שהרבה אנשים עכשיו יתקפו את מה שאנחנו עושים. Я знаю, что многие люди атакуют то, что мы делаем сейчас. Но меня это не волнует на самом деле. Потому что Господь с нами. Мы пыль и туман, мы ничего. Эта школа, она не моя. Йешуа закук верауй лекавод. כמו שהנביא ירמיהו אומר, כי להיות מלך לגויים. Иешуа достоин всей славы, как Иеремия говорит, чтобы он был царем над язычником. והעם חייב להמליך אותו כמלך היהודי, לא כמלך הבפטיסטי או המתודיסטי או שום מלך, אלא כמלך יהודי. В конечном итоге народ Израиля должен воцарить его как еврейского царя, не как царя баптистской деноминации или харизматической или лютеранской, именно как царя Израиля. Мама Тарашила Ешива, она решила дать вам шлуша дворим. В чем цель, какая цель нашей Ешивы? Дайте мне дать вам три вещи. Алеф. Алеф. А никуда еще наша не хавла азбирота, Талмидут. Первое, с чего мы начнем, видите, видение Ешивы Алиф, это ученичество. אתם לא צריכים את הרב שפירא או את הפסטור אולג בשביל אינפורמציה. Вам не нужен ни רב שפירא, ни אולג, никто для того, чтобы черпать информацию. לכו לאינטרנט, תחפשו ברבי גוגל ורבי יוטיוב, תתקתקו כל דבר, תחושב למצוא כל דבר. Вы сегодня можете все найти. Идите в Равин Гугл, вам все откроет. YouTube, все, сегодня нет проблем. אנחנו מחפשים להרים תלמידים. Но наше видение, это не просто информация, это ученичество. תחשוב על המילה תלמיד, אולג. Подумайте о слове ученик, תלמיד. И מהשורש על המילה למד. Это корень слова למד. То есть, אבל היא קשורה למילה ללמד. Относится к слову леламед, учить. А תפקיד שלי, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה ללמד אנשים שיוכלו ללכת וללמד עוד אנשים. זאת הנקודה. Задача, я хочу учить вас, чтобы вы потом учили других. שאתה אומר בעברית, תלמיד, אין כזה דבר תלמיד רע. אם מישהו תלמיד, הוא חייב להיות תלמיד טוב. Нет такого, как плохой ученик. Если человек ученик, он уже достойный.
ומי הוא תלמיד טוב? מישהו שיכול ללמד עוד אנשים. Но кто такой хороший ученик? Это ученик, который учит других, не только учится сам. בנינו תוכנית שלמה שנקראת בעקבות אברהם, בעקבות אברהם. Мы построили целую программу, которая называется «По следам Авраама». התוכנית הזאת לוקחת 4 שנים. Только эта программа берет 4 года. בשלב זה תרגמנו רק את התוכנית מבוא לרוסית, אבל אנחנו נתקדם ונתרגם את הכל לרוסית. Сегодня мы перевели вступление, вот, но мы занимаемся переводом всей школы. כן, ואנשים מקבלים, אתה יודע, הנה, אני יכול להראות שנייה לאנשים. כן. שנייה, אנשים מקבלים פלקט יפה שהם מסיימים. Сейчас кое-что вам покажут. הם מקבלים פלקט, אבל זאת לא המטרה של התוכנית. Вы сможете получить сертификат. המטרה של התוכנית זה לראות אנשים משתנים. В конце обучения вы можете получить сертификат, но не это наша цель. Мы пытаемся... לראות את רוח הקודש באמת משנה אנשים. И мы хотим видеть, как Святой Дух изменяет людей. שנייה אחת, אני רוצה להראות את זה לאנשים. אני מקווה שאני אצליח, לא יודע למה זה לא עולה לי. יחדתי לו גם פקזת, נו. הנה שנייה אחת, בסדר גמור. חצי פקזת יום סרטיפיקט. ברודקאסט, שנייה, אני מעלה את זה. אולי עכשיו הם יצליחו לראות את המסך שלי. ושאז וידיתי, או, וידיתי, או. אתה רואה עכשיו? כן, כן. Вы видите вот этот сертификат в конце, когда человек заканчивает. И в конце всего курса обучения человек получает также рукоположение быть мессианским раввином. Но вы думаете, Господа волнуют сертификаты? Конечно, нет. Что в конечном итоге? Вот это мяньен, это аперот, аперот, что אנחנו מוציאים. Плоды, вот что его волнует, вот что важно. אנחנו רוצים לתמוך בכם, שתוכלו ליצור את הפרי למען עם ישראל, שיהיה חלק ממילוי הכוס בשביל כל העם היהודי. Мы хотим учить вас, чтобы вы учили всех, чтобы мы наполнили эту чашу. ובשביל לעשות את זה, כל אחד מאיתנו צריך פרופיל, פרופיל חיצוני ופרופיל פנימי של חלק מעם ישראל, מבית ישראל. Для этого нам нужно быть внешнее и внутреннее соответствие, которое будет иметь соответствие с народом Израиля. אז שגוי עושה מצוות והוא לא עושה את זה חלק מעם ישראל, המצוות שוות למשהו, הן שוות, כן. Когда язычник делает, исполняет заповеди, но не исполняет их как бы для народа Израиля, они, конечно, но не для избавления народа Израиля. В этом смысл. Как написано, блаженны ноги благовествующих в мир. Кому он благовествует? Язычникам? Омер лецион, кималах Элоаих. סיון. אנחנו רוצים להרים תלמידים שיביאו את המסר מאוקראינה, מרוסיה, מהגויים לציון. Мы хотим, чтобы вы несли это послание со всех ваших стран, как бы подключённые к Сиону. אבל המסר קודם כל צריך לצאת מציון החוצה. Для этого нужно выйти с Сиона, нужно иметь посланничество. ובגלל זה אולג הוא חלק מההנהגה של הישיבה, יש לו בית כנסת, קהילה, בית ציון. Поэтому Олег, он часть нашей программы, и у него есть община, которая внутри Сиона. מי ציון לגויים? Из Сиона в народы. ומהגויים לציון? И с народов в Израиль. זה כמו כביש, דו סיטרי, בשני הכיוונים. Это все равно, что двухстороннее движение. Мы сейчас там вот цела были лмод информация, а ישיבה זה לא מקום טוב בשבילהם. באמת אני אומר, хочет просто черпать информацию, наша ישיבה не совсем подходящее место.
מי שרוצה להיות חלק מהגאולה, להיות חלק באמת מתהליך הגאולה, זה האנשים שצריכים לבוא ללמוד עכשיו. Но тот, кто хочет быть частью плана искупления и спасения Израиля, вот это наша цель. Это огромное вложение, которое мы сделаем. Давайте продолжим, перейдем к следующей части. Вы видите, видение Ишивы Бет, создание мессианских общин. בלי קהילות משיחיות, בלי קהילות שאנשים יכולים לבוא ולהתפלל בהם, אוקיי? Без общин, в которые люди могут приходить молиться и совершать служение. וכשאני מדבר על קהילות משיחיות, זה לא חייב להיות קהילות יהודות משיחיות, זה יכולה גם להיות קהילות של גויים משיחים. גם не обязательно должна быть чистая еврейская община, может быть любая община, просто повернутая к Израилю. אני רואה חזון. Я вижу видение. כיום יש לנו בעולם, אני לא יודע, משהו כמו כ-100 קהילות. Сегодня у нас есть почти 100 общин, которые идут вместе с нами. אבל אני רואה חזון של עוד 100 קהילות, רק בדוברי רוסית, שאנשים באים. Я вижу, мое видение, еще 100 общин, которые будут находиться в Русском. והם נותנים על המועדים. Они посвящают себя в праздники Израиля. ולומדים על השבת. Они учатся справлять шаббат. ולוקחים חלק מההווי של עם ישראל, הם מתחברים לעם היהודי. Они соединены с Сионом и учат других людей, у них еврейское сердце. אחד הדברים המאוד חשובים בשבילנו זה לאמן פסטורים ולאמן מנהיגים, גם יהודים וגם גויים משיחיים, שהם יוכלו להתקדם ולעמד את האנשים. И наше видение – это работать с пастырами для того, чтобы учить их, созидать в них еврейское наследие, для того, чтобы они могли двигать дальше, учить других людей. Я хочу открыто это сказать. שאף אחד לא יקשקש שאנחנו רוצים לשים מישהו למרגלות הר סיני או לייהד מישהו. לא! Я хочу это открыто сказать и поставить все точки. Мы не пытаемся вовлекать людей в иудаизм. Нет, мы не хотим их законников. Не Почему только Пинхас был способен остановить их? Как раз та мысль, которую мы изучали. Почему только Пинхас был способен остановить их? И это ответ, который относится к святости. שמישהו נחות, מישהו לא יהודי, עושה את זה מבחירה, הדרגת קדושה הרבה יותר גבוהה, מאשר מישהו שעושה את זה כי הוא בדרגה גבוהה. תבינו. Практически Пинхас, который не еврей, принимает еврейское служение, и его уровень святости выше, чем уровень всего Израиля, и он совершает действия, которые... Когда язычник присоединяется к народу Израиля, его уровень святости намного выше, даже чем у самих евреев. Я хочу изменить это хашива של האנשים היום, שהקדושה שלהם יכולה להיות קדושה של כל העם היהודי. Немножко изменить, чтобы вы не чувствовали себя где-то людьми второго сорта, ни в коем случае. Ваша святость превосходит святость даже народа Израиля. Люди сегодня не учат это, они сегодня не обращают на это внимания. Мы думаем, что наше видение – это только наши города, или наши страны, или Москва, или все. Наше видение – это Сион в конечном итоге. Правильно, мы изучаем еврейскую мысль. Я просто хочу объяснить, я не преподаю христианскую доктрину. אבל מה ההבדל ביני ובין אולג מלמדים יהדות ליהודי אורתודוקס? יש הבדל עצום. Но есть большая разница между мною, Олегом и ортодоксальным евреем. Огромная разница. כי אנחנו מלמדים את זה דרך ההשקפה של ישוע, שאנחנו אומרים, אנחנו עושים את זה בשביל לחזק את כל העם היהודי למען עם ישראל, למען ציון. Все, что мы учим, мы берем это основание и пропускаем его через Иешуа.
И это то, что отличает нас от любого ортодоксального течения. אין לי שום דבר, אנחנו לא נגד נוצרים, אני חייב להסביר את זה. случае я хочу это уточнить, мы ни в коем случае не против никакой веры или течения или деноминации. אבל הקריאה שלנו היום לגויים להגיד להם חברים ואחים. Но наше призвание сегодня к народам, ко всем народам, сказать... כמו ששמעתי לפני כמה חודשים בארץ שהקלה זה הכנסייה, זה שקר! Недавно я слышал из Израиля одну проповедь, что якобы невеста – это церковь. Это неправильно, друзья. А кала за Израиль? Невеста – это Израиль. Это всегда было. Но невесту нужно приготовить, и каждый из нас готовит невесту. И мы поэтому должны быть частью этого праздничного свадебного шествия. אני מזמין אתכם להיות חלק מהחתונה האמיתית, להתכונן לחתונה היהודית. Я приглашаю вас на еврейскую свадьбу. אנחנו חייבים להקים מרכזים משיחיים בעולם, דוברי רוסית חייבים לתמוך בזה. Мы обязательно должны начать строить мессианские центры в русскоязычных странах. אנחנו כן נתמוך בזה, ואנחנו כן נעשה כנסים, ואנחנו כן נלמד דווקא במקומות האלה, כי חובה להמליך את ישוע במקומות האלה. Наше желание это воцарять Машиаха в народах и странах для того, чтобы его еврейская корона, его царствие на Мессии было прославлено в этих народах. אז בית הקמה של מרכזים וקהילות משיחיות בעולם. И видение второе это создание мессианских общин в мире. הנקודה השלישית והאחרונה, לפני שאנחנו נכנסים לכל הפרטים, И третье, то, что я хочу сказать, прежде чем мы перейдем к говорить о... שקוראים, אנחנו התפללנו וחשבנו על זה במשך הרבה חודשים. זה לא משהו ששלפנו מהמותן. Это не то, что мы сейчас вдруг, знаете, вынесли. Это работа многих, много, многих лет. יש סיבה שישיבת שובו היא הישיבה המשיחית הגדולה ביותר בעולם. Есть причина, почему ישיבת שובו одна из самых больших в мире. כי זה, אנחנו רוצים שכולם יהיו חלק מזה, לכולם יש חלק מהשיבה, מהתשובה, מהחזרה של ישוע, לכולנו. הישיבה открыта для каждого человека, вне зависимости от национальности, для всех людей, приглашение ко всем на земле. ולמעשה אנחנו נותנים לכל אחד ואחד חלק, להגיד בואו תהיו חלק מזה. И мы приглашаем каждого, будьте частью, будьте наши, с нами одной семьей. נקודה שלישית ואחרונה, מילה אחת. Третий пункт. Без тикун. Это исправление. Ма перушел тикун. Аршули лефареш бишвилахем эта мила тикун. Дайте мне немножко объяснить вам слово тикун, исправление. Почему же не ала сипур шел Йосеф ве Эхав? Тахшеву ала сипур шел Йосеф ве Эхав. Обратите внимание на рассказ Йосефа и Эхава. כל האנשים שמפרשים את זה, חושבים שהסיפור האמיתי זה שיוסף חזר לראות את האחים שלו. Иосиф и Исав. Мы думаем, что корень вот этого рассказа это то, что Иосиф встретил своих братьев. אבל זה לא נכון. Но это не так. שיוסף הראה את עצמו לכל האנשים, לכל האחים. Когда Иосиф открыл себя, когда он стал видимым для всех своих братьев, הוא אמר, אמר, שלושה מילים. Он сказал три слова. העוד אבי חי. Он сказал, жив отец, жив ли еще отец мой, עוד אבינו חי. אלה המילים של יוסף בעצמו, העוד אבי חי. Это слова, которые он спрашивает Вениамина, жив ли еще отец мой, עוד אבי חי. מי זה האב שלו, מי זה האבא שלו? Кто такой его отец, Иосифа? יעקב. יעקב. יעקב קוראים לו גם ישראל. אימא יעקב זה ישראל. ומי זה יוסף? יוסף הוא המשיח שלא נגלה היום לעם ישראל. כתו תקו יוסף, זה מסיעה כתובה אישו נעד קריט ישראל. הסיפור האמיתי הוא האיחוד של יעקב ויוסף. זה הסיפור האמיתי וזאת הגאולה האמיתית. Но и настоящая суть вот этого рассказа – это встреча Иосифа и своего отца. Вот в чем идея послания Иосифа. אתה זוכר שהם לקחו את הבגד ספוק בדם, לקחו את הבגד ספוק בדם, לקחו אותו חזרה ליעקב ואמר לו, הבן שלך מת. Вы помните, как они принесли ему его разноцветную одежду в крови, и они сказали, твой сын Иосиф умер.
התפקיד הקריטי פה הוא התפקיד של האחים, כי הם מתווכים בין האבא לבין הבן. И функция братьев очень важна, потому что они соединяют отца и сына. אני רוצה שאנשים יפנימו את מה שאני אומר להם. תפקיד התיווך בין האבא לבן שייך היום לגויים, לא ליהודים. И вот эта функция соединения отца и сына сегодня находится в народах мира, не в Израиле. אז שימו לב, בהתחלה הם הולכים ליוסף והוא לא מראה את עצמו. Сначала они приходят к Иосифу, и он не открывается им. מתי הוא מראה את עצמו? Когда он открывается им? שהם הביאו את בנימין איתם. Когда они приводят Вениамина вместе с ним. מי זה בנימין? Кто такой Вениамин? Вениамин у иудея Мешихи, ахим Элоим. Он мессианский еврей. Вениамин, он наш мессианский еврей. А туна по колках брура, ше агой олех им иудея Мешихи, хазара ле Иешуа, кол Исраэли ваша. Идея в том, что когда Вениамин соединяется со своими братьями, вместе они приходят к Иосифу, это язычники, соединенные с мессианскими евреями, влияющие на Израиль. חשוב מאוד, שאף אחד לא יגיד אני אוהב את ישוע. אם אין לך קשר ליהדות משיחית, ליהודים המשיחיים, אל תגיד אני אוהב את ישוע, כי אתה לא עושה שום דבר בשביל ישוע. Нельзя просто взять ישוע и говорить, я хочу любить только его. Друзья мои, мы должны видеть всю картину целиком. זה הזמן שאנחנו חייבים להחזיר את ישוע הביתה. Это время, когда мы должны возвратить Ишуа в его настоящее подлинное состояние. Я уверен, что русскоязычной публике, русскоязычных стран есть историческая возможность. ואני מאמין שבאמת רוח הקודש פועלת עכשיו ומכינה פה להרים תיקון היסטורי דרך דוברי רוסית להחזיר את ישוע הביתה. И мы сегодня живем в настоящее историческое время для того, чтобы возвратиться через Иешуа назад домой. Алеф Талмидим. Первое – это ученичество. Бет Кейлот. Второе – это мессианские общины. Гимель – йод хелек митикун истории маама иуди. И гимель третье – это исправление, быть частью народа Израиля. Бо недаверти бемиспар дакот ала атар, бо никанес яхтав ла атар. Давайте теперь перейдем к программе, перейдем на сайт. ונדבר קצת ספציפי על התוכנית עצמה. Давайте поговорим о программе теперь. כי אני יודע שבשום מקום בעולם, בשום מקום בעולם לא נמצא כזה דבר. Мне кажется, что в мире практически отсутствует та форма обучения, которую мы создали. אז הרשו לי למספר דקות להמשיך את זה ולהסביר. Сейчас, секунду одну, я буду готов объяснить вам все. Олег? Кен. Анна, תגיד לי שאנחנו רואים את הדף עוד שנייה אחת. אני מאמין שעכשיו אתה רואה את הדף, נכון? כן. אתה רואה את הדף. קודם כל, הרשו לי להגיד לכם שזה האתר עם כל האינפורמציה על הישיבה. תשים את ה... עושים את השורה למטה, את המשפט, למטה. הנה, כאן, are you, אני לא יכול, זה לא נותן. are you נקודה שוב ונקודה TV. Вы видите, этот сайт, он будет всем вам представлен. Этот сайт, где вся информация существует, уже переведена на русский язык. אני רוצה לדבר על התהליך ועל התוכנית עצמה. Теперь я хочу поговорить о программе и о сопутствии. הדבר הראשון שאני רוצה לציין זה פה, שאם אתם לוחצים על, על, על המילה פה לראות קצת אינפורמציה. טוב, вторая вкладка сверху, это информация, анас. אתם יכולים לקרוא, הכל ברוסית, הכל מתורגם כבר לרוסית. Все переведено уже на русский язык, все подготовлено специально для вас. על ההיסטוריה של הישיבה. Все о истории нашей школы. על התהליך להיכנס לישיבה. Теперь, как мы проходим вовнутрь. והציפייה, הציפיות שלנו גם ממכם, כי זה, למעשה אתם נכנסים איתנו לברית. Практически присоединяясь к нашей школе, вы входите в наш завет. אנא תקראו ותראו, תסתכלו על הווידאו האלה ממש בצורה קרובה.
ולהתפלל לפני שאתם מתקדמים. רגע, אתה יכול לשים את התמונה של האתר על כל המסך? לא, רק ככה. אני יכול לעשות יותר גדול אולי. אתה לא יכול לבטל על חלומות שלנו? לא, 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 לא. בסדר. בסדר? כן. טוב, друзья, мы вы видите с левой стороны у вас в колонке сайт. כן, אבל זה קטן מאוד, בגלל השני חלונות שלנו לא רואים כלום. רגע, רגע, שני חלונות האלה, אני מצטער, שנייה, בטח שאני יכול לעשות את זה. תעבור לדף פייסבוק. סליחה, הנה, עברתי. עברתי, בסדר? רגע. יותר טוב? עכשיו זה יותר טוב. אוקיי. נכון? לא יודע, אני בינתיים לא רואה. אוטוטו, אני מקווה שתראה את זה. אתה רואה את זה בצורה יותר טובה? כן, בסדר, בוא נמשיך. זה עבר לחלון אחד? לא, זה שלושה חלונות. הנה, עכשיו, כן. מצוין. אז עוד פעם אני אומר לכם, אם אתם הולכים לאינפורמציה פה, אתם יכולים לראות את הוידאו, ממש להבין קצת יותר על ההיסטוריה של הישיבה. רגע, אתה יכול למחוק את המשפט מלמטה על תיקון? כן, 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 בטח, בטח. בפריע. תן לי שנייה אחת. אוקיי. עוד שנייה, זה כבר לא יופיע לך, בסדר? אוקיי. сейчас, друзья, мы попытаем подготовить, чтобы было видно все. עכשיו יהיה לך יותר טוב, עוד שנייה. עוד פעם, זה חשוב מאוד להבין שחזון פה זה חזון גלובלי, של הרבה רבנים משיחיים וגם פסטורים שבאו ללמוד אצלנו, ועדיין עובדים. Школа создана из проповедей, учений всевозможных мессианских раввинов, а также пасторов, которые имеют мессианские служения. והדבר היפה פה, כמו שליוסף, ליוסף גם הגויים וגם היהודים הולכים ביחד, זה בדיוק אותו דבר אצלנו. אין יהודי או גוי. אפשר גם ללמוד גם מיהודי וגם מגוי על הזהות המשיחית. אופשים. У нас нет национальной приверженности. Все у нас учат, у всех, у которых есть еврейские сердца. אם אתה לוחץ פה ואתה מסתכל עוד שנייה, אתה תראה את זה, קצת תן לי לדבר למספר דקות על ההנהגה של הישיבה. теперь я хочу поговорить о руководстве. זאת ההנהגה העליונה של הישיבה, אבל מתחתה יש עוד המון המון מנהיגים, אוקיי? это главная как бы страница руководства. תגיד לי שאתה רואה את המסך עם כל הפרצופים, אולג. כן. כן, אתה רואה? כן, כן. אז אני למעשה, התפקיד שלי, אני שליח ציבור, אני עוזר לבנות קהילות. זה התפקיד שלי. моя функция главного раввина здесь, я работаю над построением, над созданием, над устройством новых общин. אני גם אחד המרצים, אני מתעסק בלימוד עברית, ואת כל הקורסים של התלמידות, אני מלמד אותם. Я также один из главных спикеров, потому что я учу именно в этой школе очень много моих записей, очень много мы делаем. לידי אתה רואה את התמונה של הרב ברשטיין, שהוא גם גדל בישראל. Возле меня вы видите раввин Стивен Бернштейн, он вырос в Израиле. הוא גם יהודי מאמין. Он мессианский верующий. הרקע שלו הוא בהיסטוריה, הוא היסטוריון. Он историк. אז הוא מלמד קורסים מיוחדים על המאה הראשונה, המאה השנייה, המאה השלישית, להבין את הבסיס לברית החדשה. он учит первые 100 лет, первые 200 лет до нашей эры, первые 100-200 лет после нашей эры, вот самые критические времена. מה הקשר בין המדרש לברית החדשה? מה הקשר בין התורה שבעל פה לברית החדשה, לדוגמה? Какая связь устной традиции, какая связь всевозможных комментариев с Новым Заветом, в принципе, то, что было раньше. А курсы его просто фантасти. Его курсы просто фантастические. Ва он ахрай аль кол ахелек атеологи шел кол аешива. Он ответственный за все теологическое образование, в принципе. Мицад ямина, ты роэ тмуна шел пастор Мат Микьюэн? Вы видите с правой стороны пастор Мэтт Микуэн. У пастор Гадол, у бэмэт пастор, у ло юди. Он не еврей, он христианский пастор. В 2018 году он гиа элай. В 18 году он пришел. У талмид ме 2014, кэн? Он с 14 года, он ученик
Ишибы. Министри шело меод меод гадол. Его служение невероятно популярное и большое в Америке. והוא קיבל את החזון המשיחי והוא מביא את זה למאות ומאות גויים בכל יום ראשון בכנסיות. Он принял вот это послание и он учит это послание во всех церквях. ב-2018 הוא בא אליי והוא דיבר איתי שאלוהים נתן לו חזון לבנות תוכנית הקדמה לישיבה בשביל אלה שיוצאים למעשה מהנצרות להתחיל את התהליך לאט לאט עם הגויים. Он пришел и рассказал мне, что обязательно нужно сделать вступление, то есть в обучении должна быть вступительная часть, в которой людей учат, как перейти в мессианское служение. И эта часть называется кошерный пастор. Тохнит להתחיל את הצעדה החוצה. מבבל לציון, לאט לאט. Это, в принципе, начальный курс, который помогает выходу из так называемого... Прежде чем мы погружаем вас в глубину здесь, мы начинаем с первого курса вступления. Первый курс берет у нас почти полгода. והיום אנחנו שמחים מאושרים להודיע שכל התוכנית מבוא, כל התוכנית מבוא, сегодня радуемся, потому что вся весь вступление לרוסית עם כתוביות מדויק, переведен на русский язык со всеми словами, со всеми вещами. כל המבחנים מתורגמים, הכל כל התוכנית של הפסטור, שזה תוכנית הקדמה לישיבה, היא כבר מוכנה. Все контрольные работы именно в подготовительном курсе, все, что вы будете делать, уже переведено на русский язык. А марце, марце фантасти, мале беруха кодеш, ве мале бавана беядут. Удивительный пастор, наполненный Святым Духом и наполненный посланием. Оршулил дабер шния бе ма атавкит шел Олег ба ешива. Теперь я поговорю о функции Олега вот в этой ешиве. Олег למעשה הוא администратор הראשי של כל ישיבת שובו דוברי רוסית. Олег, в принципе, он главный администратор обучения на русском языке. הקהילה שלו היא קהילת בת לכל הישיבה של דוברי רוסית בישראל, שאנחנו עושים ותומכים לבנות בית כנסת משיחי. Его община является нашей частью Шивы для того, чтобы мы могли через его общину уже нести послание на все. Олег ваиша икари, шия лахем ито кешер йом-йоми. И Олег это именно тот человек, с кем вы будете связаны по поводу обучения день, каждый день. Ванахну смехим ве меушарим, ша кейла, гам кейла дерх веемет, ве гам пастор Олег, у хелек маанага шела ешива беруси. И я рад, что Олег согласился, он является частью вот этой большой работы. אני ממשיך פה רק בעוד משפט או שתיים. הישיבה השנייה בגודלה כיום היא הישיבה דוברת ספרדית. Вторая по величине ישיבה, которая внутри нашей ישיבы, это испаноговорящая. Пастор Рауль Рубио, הוא חלק, הוא אחראי על כל הדוברי ספרדית בעולם. Пастор Рауль Кенкен, Тали или Малакен? Пастор Рауль Рубно. У Ахая Кола Ешива Бесфарадит, ву Яшло это Кейла Мешихит Асфарадит Агдола Бейотер Бедром Америка. Самая большая мессианская община на территории всей Южной Америки сегодня. У Гам Йошев Бавад Шела Федерация Айеудит Кело Иуди Беколе Дром Америка. Удивительно, но он является частью еврейской федерации Южной Америки, сам он не еврей, в общем. А ישיבה מאוד מאוזנת עם אנשים ממעלות גבוהות מאוד מלאים ברוח הקודש וההבנה. Наша ישיבה очень сбалансирована между теологией и наполненностью святым. פעם בשנה יש לנו כנס בינלאומי, השנה זה היה בקולומביה, כל הקהילה היהודית הלא מאמינה בישוע, כולם הגיעו להיות חלק מהכנס איתנו, זה נס. כן. Мы делаем раз в год международную конференцию для всех учеников и для всех общин.
и огромное количество стран из Южной Америки присоединяются сегодня из Колумбии, из Бразилии, из разных стран. הבן אדם האחרון שאני אזכיר בקצרה זה דוקטור דאגלס ווילר. И последний человек, которого я хочу представить вам, это доктор Даглас Уилер. הוא דיקן של בית ספר נוצרי שלם. הוא דיקן של כל הבית ספר. הוא אחראי על בית ספר סמינר, נוצרי. Он христианин и доктор философии, доктор теологии. Вы видите? לפני איזה 5 שנים הוא נהפך לתלמיד שלי. И 5 лет назад он стал моим учеником. ובאותו זמן הוא מריץ את הבית ספר הנוצרי שלו. И с тех пор он двигает свою христианскую школу в этом направлении. בן אדם מאוד מזכיר עם 2 דוקטורטים בתיאולוגיה. 2 докторских образования по теологии. הוא קיבל את החזון המשיחי. И он принял мессианское видение. הוא מלמד את הרבה מאוד קורסים עכשיו על הברית החדשה דרך זווית יהודית. זה הספציליזציה שלו. Он создал много курсов и преподает их уже, как рассматривать писание через еврейскую. הארגון שלנו עובד מאוד, דומה מאוד לחב"ד. בכל מדינה יש לנו שליחים שאנחנו עובדים איתה, בכל מדינה, שמייצגים את הישיבה. Нас иногда сравнивают с движением Хабад, потому что у них в каждых странах есть свои представительства, и мы тоже к этому стремимся. לדוגמה, סתם להראות לאנשים, אם אתה רואה את האתר באנגלית שלנו, Oleg, если вы сейчас אתה מראה לי? כן, זה מגיע, תכף זה מגיע. תגיד לי שאתה רואה. На английском языке, если вы видите сайт, сейчас он поднимется, כן. זה אנשים שמנהיגים של קהילות ובכל העולם, משוויץ, סרי לנקה, מלזיה, אוסטרליה, с разных стран, Австралия, Малайзия, Израиль и Англия. Сейчас это на английском языке: Англия, Германия, Италия, разные страны. А זה משהו גלובלי, ואנחנו ממשיכים, זה ממשיך לגדול ולגדול בעשרות מדינות עכשיו. Это что-то глобальное, это растет и увеличивается в разных странах. בוא נדבר במספר דקות על התוכנית. Давайте поговорим о самом курсе. אם אתם באתר ברוסית, יש לכם כפתור שנקרא תוכנית. Если вы переходите на сайт на русском языке, то у вас есть кнопка, которая называется программа. יש 4 תוכניות. Есть 4 программы, 4 курса. התוכנית שמוכנה ברוסית היא אף אחת מהם. זה רק התוכנית מבוא. תכף אני אסביר על התוכנית מבוא. Но из этих 4 курсов ни один не переведен еще на русский язык, переведено только вступление. Но мы все это будем переводить. Вся программа рассчитана приблизительно на 4 года. Тот, кто заканчивает Алиф, то есть 1-й курс, уже может иметь рукоположение быть мессианским учителем, то есть настолько глубокий. Тот, кто хочет, я не буду сейчас все это говорить, но здесь вы сможете на сайте все посмотреть, всю информацию. אחד הדברים הראשונים שכל אחד לומד איתנו זה עברית, חשיבה יהודית. Прежде всего, с чего мы начинаем наше обучение, вы увидите это на 1-м курсе, это иврит и еврейская мысль. История иудит. История Израиля, понимание Нового Завета через призму Израиля. Агдамала Мидраш. Мазе Мидраш. Эх Ишуа мештамеш ва Мидраш. Как Ишуа использовал Мидрашим, это сказание, как он преподавал свои притчи, откуда он их брал. ואז קורסים גם בחסידות וגם בתלמידות וגם בתורה. זו תוכנית מאוד מאוד מוגדרת. Да, эти курсы, они взяты из Торы, они взяты из еврейского образования, они взяты из христианской мысли. То есть все здесь. ואם אלוהים ייתן לנו כוח, если Господь даст нам сил, конечно же. ואת האנשים נתרגם את כל זה לרוסית. Нам нужны переводчики, безусловно, чтобы перевести весь курс на русский язык. אנחנו כבר מקליטים עכשיו את התוכנית ב' לכל השפות כבר. Сейчас мы уже работаем над 2-й частью.
בעצם זה א', לא? אנחנו עוד לפני א', הוצאנו עכשיו לרוסית רק את המבוא, רק מבוא. כן. תכף אני אסביר את המבוא. אז мы сейчас есть у нас вступительный курс, который тоже длится практически 4 месяца или не полгода. Сейчас я объясню вам. מה העלות של המבוא? А теперь, какая цена вот этого вступительного курса? התפללנו על זה מאוד. Я думал и молился об этом, конечно же. העלות בשבילנו מאוד מאוד גבוהה. Наша себестоимость очень высокая, потому что здесь очень профессиональная работа, студийная запись. Я также знаю проблемы, финансовые проблемы, которые находятся в русскоязычных странах. החלטנו שאנחנו ארבעה קורסים הראשונים שתכף אני אסביר אותם. Мы решили, что четыре первых курса, это вступительный курс, создан из четырех первых курсов. Да, для 100 первых людей, которые запишутся. Цена $100 на все четыре курса. Каждый человек, который присоединяется к Ешиве, על כל 100 דולר? Каждый $100. אנחנו מפסידים 100 דולר. Получая $100, мы тратим гораздо больше. אנחנו נותנים את זה פחות מהעלויות שלנו. Мы, конечно же, делаем все это специально, благословляя вас. ולא רק זה, אנחנו תורמים, כל הכסף הולך לעזור לציון. И все финансы, которые мы получаем, мы жертвуем на укрепление общин в Израиле. לתמוך בקהילה של אולג. Поддерживать то движение, которое возглавляет Олег. לתמוך במתורגמנים. Поддерживать переводчиков, то есть оплачивать профессиональную работу. העמותה שלנו לא תקבל שקל מזה. А наша организация не получает ни одного рубля от этого. И у меня нет проблем с этим практически. Я знаю, что $100 для многих людей это огромные деньги. Но поверьте, мы потратили десятки тысяч долларов для того, чтобы создать эту школу. За эти годы. אחרי 100 אנשים הראשונים המחיר עולה ל-150 דולר. После 100 первых записавшихся этот курс уже будет стоить $150. כל העניין של התשלום אתם צריכים לסדר עם אולג ישירות. Все нюансы платежей, как можно разбить все это, вы спишитесь со мною. עוד חשבון בנק או PayPal. Мы с вами решим, как это делать. У меня есть разные счета в Украине, в России, PayPal. Кому трудно, можно разное делать. Как мы принимаем людей в школу? Здесь есть клавиша, называется «Подать заявку». Вы видите это на своих экранах. «Подать заявку». כל אחד ישים את השם שלו. Каждый человек нажимает это, и тут все переведено на русский, имя, фамилия, электронный адрес. Ну, למשל, $100 הוא רק לפתיחה, לתוכנית מבוא. Обратите внимание, что цена в $100 это на начальный курс. ואנחנו נותנים 6 חודשים לסיים את התוכנית הקדמה, ואז אתה יכול להתחיל כבר את הישיבה עצמה, ואנחנו נודיע קצת יותר על המחירים אחרי שנהיה מוכנים, אבל 6 חודשים אנחנו נותנים. 6 חודשים של? של לסיים את התוכנית מבוא. 6 месяцев мы даем с начала записи, у человека 6 месяцев для того, чтобы учиться. ויש לנו 4 קורסים, אבל יש לנו הפתעה. У нас есть 4 курса здесь, которые мы даем внутри начального курса. בספטמבר אנחנו מקליטים עוד מישראל. В сентябре уже приезжает специальная студия в Израиле. Мы уже с Израиля будем записывать продолжение. И мы записываем
внутри вот этого начального курса мы присоединяем еще два курса, которые будут записаны в Израиле, и вы получите их в подарок для тех, кто присоединится к обучению. Да, когда вы нажимаете ссылку «Подать заявку», вы попадаете в раздел, вы заполняете личные данные, и у вас здесь есть тип программы, и вам нужно выбрать пастор, кошерный пастор. Каждый из вас выбирает свою страну, все, что здесь. И в конце здесь есть причина, по которой вы хотите присоединиться к Ешиве. Вы должны написать свою причину. Если вы напишите, я просто хочу что-нибудь новое узнать, это не подходит. То есть вы должны дать более обширную информацию. Я хочу, потому что, ну, как-то вот нужно понять, кто вы. Мы хотим всех принять, но не все люди, они понимают смысл того, что здесь есть. Я хочу, чтобы люди, которые присоединились здесь, они действительно стали частью вот этого плана. Окей, אז אני חושב שנתנו הסבר די 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 בסיסי, אולג. תן רגע אינפורמציה שאנשים ילמדו בתוך האתר, כל הוידאו בתוך האתר. כן, אני תכף אסביר את זה, בסדר. הם חושבים שאולי אפשר להוריד משהו. אז בסדר, בוא אני אסביר את זה. כל אחד מקבל את הקבינטה שלו ועובד. כל אחד, אני אראה לכם איך האתר עובד, שנייה. שעשה פקז'ו במקק רבותה את סייט. הכל יושב בענן, הכל יושב בענן. все находится в облаке, вы ничего не скачиваете. כל מה שאתה צריך זה קשר לאינטרנט. все, что вам нужно, это интернет и наш сайт, больше ничего. אי אפשר להוריד את זה. ничего вы не сможете скачать, ни один урок, все внутри сайта. אבל אתה יכול לראות את, את כל השיעורים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. но вы можете смотреть все уроки снова и снова. прежде чем вы делаете контрольную, вы смотрите этот урок, пока вы не поймете. יש מבחנים, אתה יכול לעשות את זה בזמן האישי שלך, אתה יכול להתקדם במהירות שאתה רוצה להתקדם. Но когда вы посмотрели урок, вам нужно сделать после урока, вам предоставится такой вопросник из американских ответов. וכל אחד יש לו כמו את הדף האישי שלו, פורטל אישי. И каждый, кто записывается, у него есть как бы свой кабинет. Он в нем учит, в нем пишет, в нем работает. Его личный кабинет внутри сайта. כן, לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. בואי נגיד שיש לי תלמיד של הישיבה. איך זה ייראה? Сейчас я покажу вам, как это выглядит. Допустим, я ученик сайта, ученик ישיבה. Как это выглядит сейчас? לדוגמה. הנה, יש לי תלמידה בשם רודיקה. В общем, у меня есть ученица Родика, допустим, я покажу, как это выглядит сейчас. Есть ли та платформа шела? Вот я зашел в ее платформу. Им еще даот, спасибо, сколько даот им кабелет лемала. Если есть сообщения, которые мы пишем для всех учеников, а это я буду писать на русском. Им еще даот ма администратор, о имейлим, о אנחנו רוצים להגיד לכם משהו, אתם תקבלו פה למעלה את ההודעות. כן, גם צריך להגיד להם על קבוצה בפייסבוק. כן. Я здесь буду писать, для всех учеников я буду писать здесь какую-то информацию, и вы сможете связываться. В общем, сообщение здесь вверху. כל תלמיד שנכנס הוא גם חלף מהקבוצה פנימית, שיש לו קשר אישי עם כל המורים, עם כל הרבנים, ועוד ועוד, כי יש לנו דברים שאנחנו עושים בתוך הישיבה. Каждый, кто присоединяется к Ешиве, он становится частью всей глобальной Ешивы. То есть он может связываться с другими раввинами, он может писать им, они будут отвечать им, он становится частью нашей семьи. Часть общины практически. У многих людей даже нет общины, или есть группы, или они разрознены, но вы можете присоединиться, вот вам община. בתוכנית מבוא יש ארבעה קורסים. На вступительную часть у нас есть 4 курса. עכשיו, זה חשוב להבין שאת הקורסים אי אפשר לעשות אותם איך שבא לך. יש סדר מסוים ללימוד. Эти 4 курса невозможно сделать, как тебе хочется. Есть
четкий путь, план с первого, второго, третьего. Если я нажму сейчас на произведение, вот, допустим, сейчас я тарет коля решима шела курс бонагит решен. הקורס, תכף נדבר, בכל קורס יהיה לך 20-25 שיעורים, משהו כ- 15-20 שיעורים. На каждом курсе у вас есть порядка 20 уроков, которые вы должны... בכל קורס מבוא יש 40 שיעורים. Вот здесь вы видите перечисление, видите, видите здесь весь список курсов, которые находятся в первом курсе из четырех. והכל מתורגם, אני מוריד את הווליום דווקא, אבל אני רוצה שאנשים יראו. הכל מתורגם לרוסית. Все переведено на русский язык. Я сейчас беру немножко громкость, чтобы вы... Все профессионально сделано в студии, красиво переведено. И когда вы уже будете делать работу контрольную, и все вот эти вот контрольные, ну как бы это вопросник как американский, они тоже все на русском языке. Да, ты уже сотни людей прошли это с успехом, здесь ничего очень сложного нет. Пока. Карега за лёкаше, валью дворим мамаши. О, хакет, за леат леат, это цех лаавбил анашим, за кмо ливнот биньян. Первый курс он простой, но потом уже дальше идет сложные вещи, нужно будет. В общем, это на самом деле реальное обучение. Гамкин пост, им это самое мецад ямин, если хайфшарут лишь ольшелот. Здесь с правой стороны уже в вашем кабинете, когда вы находитесь, у вас есть такие кнопки. Есть гиша шлема мелеа лекола рабани, лекола рабани. У вас есть кнопки спросить вопрос. Допустим, вы можете написать свой вопрос любому раввину. Вот вы что-то послушали, вы хотите конкретно у него что-то спросить, вы можете написать ему. Мецуян. Вагам кен елану это луах шана иуди, шекулам идум, бидуадим, ма параша лешаба, леат леат лахнис это нашим, ла... לכרגע אין לנו כלום פה עדיין, אבל יהיה את כל, את כל הלוח השנה היהודי. У нас есть календарь, это еврейский календарь, в котором отображены все праздники и мероприятия, которые мы проводим. И кликнув на этот календарь, вы можете быть частью всех мероприятий, информации, допустим. А, рега, тенани ягид ше бехагим, бо нагид атар лео в эту машину. Нахон, ванахну умрим это, бероша yeah. шана бехагим. Yeah. Допустим, есть какой-то праздник, там, Суккот, и сайт не работает на Суккот, вы должны... то есть это перерыв, то есть вы не сможете смотреть видео. וגם יהיה לנו לימוד אינטראקטיבי בקבוצה סגורה לתלמידים, לימוד אינטראקטיבי בחגים, שאנשים קצת יתחילו ללמוד דברים שאנחנו עושים גם מחוץ לבית מדרש ספציפי לתלמידים. В общем, для учеников есть специальная программа, помимо всех курсов есть еще огромное общение, специальные записи, специальное видео. Рега Боня сбирали квотса бы Facebook. Мы есть уже созданная закрытая в Facebook группа, которая называется Ишуву на, Шуву на русском языке. Вот, там ученики именно будут иметь общение, вопросы, ответы, так как Бейт Мидраш работает, также будет только для студентов и учеников Шуву. Это закрытая группа, туда будут добавляться только ученики. Там уже мы можем делать и недельные главы, и Ицхак будет что-то давать, и другие раввины будут что-то учить внутри этой группы, помимо школы. А ешива – это давар хай, я каблю кол шавуа двар тора кацар лифне ашаббат гам, еще рабе дварим, что нахну сим. Ешива – это что-то органическое, что-то живое, это не просто вы смотрите какую-то информацию, это живой организм, то есть люди общаются, обмениваются каким-то опытом, недельные главы, поздравляют друг друга с шаббатом. То есть это живая программа. То есть быть частью ишивы – это быть частью семьи. Большой семьи. Рега шуалим им эн махшев. Им эн махшев, эфшар ласот это бе айпад. О, бе айпад эфшари. Если у вас нет компьютера, то вам нужен хотя бы iPad или какой-то планшет.
Тактив, есть аппликация на наяд гам, есть аппликация. Есть также аппликация для телефона. Но из моего опыта смотреть на телефоне не совсем удобно, но, по крайней мере, если у вас есть компьютер, какой-то планшет уже будет. Ал айпадим леминаем, ноутпадим фантасти, махтер неуле. Да, на iPad, на любом планшете фантастически можно все это делать, очень легко. А вот платформа зот йошевет аль ханан, и платформа меула, аколь берусит, мухан фантасти. В общем, все на русском языке. Бо не дабер аль шне атарим, эхат информация, эхат лилемида. А техф они сеем это, техф они יעבור. Зе атар ממש של ישיבה, зе по, кол אחד עובד, מקבל הודעות, зе הוא חלק מהישיבה. Атар ישיבה. Информация. Этот сайт, который мы сейчас, вот окно, которое открыто, это сайт обучения. Но есть еще один сайт информативный, там вся информация. То есть есть два сайта, один для обучения, один для информации. והדבר היפה, אתה יודע, אתה יכול לראות את זה לפני שאתה הולך לישון, בבוקר, בצהריים, אתה יכול לעשות את התוכנית בקצב שלך, אבל יש לך חצי שנה לסיים את הבוקר. פשוט, у тебя есть полгода для того, чтобы... Когда ты записываешь, у тебя есть полгода для того, чтобы закончить вступительный курс. В им лёсиям тебе. Слушай, а мехира рагил шейду за ле сафот ахерот за $400. Обратите внимание, что для... Варек аношим. Обратите внимание, что такой курс для других стран стоит $400. Ма ты шуэл, Олег? Алха шуэла? Эх? Шаалта ты машу? Кен, кен, шаалте, валь шахахте. Тов, ло, 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 ло. נתקדם. בוא נדבר על התוכנית מבוא למספר דקות, אוקיי? פגברים שעשה בטם קורס פארו מינות. התוכנית מבוא, יש לה ארבעה דברים שאנחנו נתעסק בהם, אוקיי? וסטופיטלני קורס, יש שתירי וישה כתוך מידה נזנת. קורס א', רגע, שואלים פה שאלה, אם לא הספקנו בתוך חצי שנה לסיים את הקורס, מה נהיה? אז זהו, אנחנו נותנים לחצי שנה, כי אחרי זה כבר העלות אסטרונומית. אבל אם מישהו ממשיך בישיבה, ואם מישהו ממשיך בישיבה, אנחנו נהיה כאותם יותר פלקסיביליטי. נעזור להם, אתה מבין? כן, יש פול גודד. זה יקרה, אבל אם מישהו רוצה 3 שנים, זה לא בעל בחדר. יש פול גודד לטבו שאתה בזקונצ'ית פרווי קורס. נזיה רסטיאגיבת פרווי קורס סטופיטני נטרי גודה, פנימאית את המוצ'ית. Сколько времени занимает камазман лебенадам, бо нагид, помаем бы шивуа у... Помаем бы шивуа эн бая лесэм то хацишена. В общем, если вы занимаетесь 2 раза в неделю, это вообще ерунда, то есть вы смотрите 2 урока в неделю, то где-то в течение 4-5 месяцев вы закончите первый курс. Куда ты хрена вин, зэ рака кдама, зэ рака отхала. Вы должны понять, что это вступительный только курс. Они вот тела ошибка, бэ лэм эт кола ешива. Я вообще всю ешиву перевожу. Но я знаю, что русскоязычные люди очень умные и образованные. Окей. Okay. בסדר? אז תראה, בוא נדבר רגע בכמה דקות על התוכנית הראשונה. מה זה התוכנית הזאת? בסדר, בוא. אוקיי? הנה, קורס א'. דברתי פה גברים, הפרוון קורסי, קורס א'. קורס א' צריך להבין מה זה הבסיס למשיחיות. קורס א', אתה אסנבניה... חשיבה זה קורס בסיס לחשיבה יהודית. אתה מראה? אני מראה, לא, אני שמתי למטה, בכתובית. כן, קורס, פרווי קורס א', אתה וידניה פנימניה מסיאנסקה ויהודאיזמה. בקורס הזה כל אחד לומד איך לשים משקפיים יהודיות, להתחיל להתקרב לתנך, וגם לברית בחדשה כספר יהודי. То есть в этом курсе, в первом курсе Алиф, вы видите, как трактовать и понимать и видеть писание через еврейский взгляд. בוא נדבר שנייה על הקורס השני, וחשוב להסביר להם שכל קורס בונה על הקורס לפניו. То есть каждый курс обращается к предыдущему курсу. То есть все курсы взаимосвязаны. אחד הבעיות האלמנטריות שהוצאנו מהבשורות את היהדות. הוצאנו מהבשורה עצמה את היהדות.
А проблема в том, что мы из Евангелия мы вытащили еврейскую мысль. Ее сегодня не существует. И мы как-то умудрились разделить Новый Завет и Танах. יש לך משהו בעיה עם מיקרופון, יש הרבה רעש. טוב, на втором курсе мы пытаемся восстановить понимание еврейской мысли, друзья мои, для того, чтобы увидеть, вот, называется, введение в еврейскую литургию. Раввин, а, да, окей. בסדר, אתה שומע אותי? כן, אבל יש רעש מהמיקרופון. שנייה אחת, אין לי מושג, אני אנסה לחזור, נראה אם זה נפתר, שנייה אחת. אולי קאבי או משהו. תמשיך לדבר. עכשיו יותר טוב. חזרתי, כבר טוב? שואלים, ההמשך כמה יעלה? זה שאלה טובה. Вопрос тут. Сколько будет стоить дальнейшее обучение? Исхак говорит, хороший вопрос. У меня нету пока всего ответа на все курсы, как дать вам и как сделать. Но я верю, что у нас будет специальная цена, недорогая для... И мы специально делаем скидки для вас, чтобы вы учились. И мы посмотрим, как будет двигаться сейчас программа обучения, сколько людей запишется. Весь курс Алиф, то есть весь курс Алиф, который длится 3 года, мы будем готовы его выпустить. В общем, курс, который вот эта программа Алиф, которая длится 3 или 4 года, если ее разбить, будет стоить порядка $700. Но это на 4 года. וזה מחיר שזה שליש מהמחיר מכל מקום אחר בעולם. Вообще, если вы сравните школы, которые преподают качественное обучение или курсы, это вообще копейки. אבל אנחנו נראה מה, איך התגובות של האנשים, מה רוח הקודש תעשה פה. Но я хочу увидеть, как вы будете учиться, как вы будете преуспевать. Из этого мы будем понимать, что нам делать дальше. בקורס השלישי אנחנו מתחילים להכין את עצמנו לחשיבה יהודית, אוקיי? На третьем курсе мы уже начинаем переводить людей, ну, еврейское мышление, сознание. בקורס הזה אנחנו כבר נכנסים לכמה מושגים קריטיים ביהדות, אוקיי? Мы изучаем еврейский, мессианский иудаизм. אנחנו מכינים את הקרקע להבנה משיחית. И мы подготавливаем именно основания для мессианского понимания. И этот уже курс, на котором я уже учу здесь. Ицхак, есть хабая и микрофон. Рега, ты хочешь ли садеш шама кабель машу? И не котвим, что есть ли хараш мия микрофон. Это медабер у хсаках. Я не понимаю это. פשוט אם אני אעצר, הוא יחבר את, יחבר את השידור, אתה מבין? לא, 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 לא צריך לעצור, בוא נמשיך כך. שנייה, שנייה, אני אנסה שנייה עוד פעם, שנייה אחת. לא, בדרך כלל זה בעיה עם קאבל, משהו כזה. לא יודע, שנייה אחת, שנייה. אוקיי. שעה סיקונדו, יפה, אז כזו שאתה מיקרופון טרישית, מוז'ת קאבל אתם פשיבילית. Окей. Павел под еврейским микроскопом.
Сейчас, друзья, мы пытаемся понять, что у нас здесь происходит. Так, пока вопросы. Сколько лет длится обучение? Около 4 лет. Скорее всего, это первый курс, и в нем 4 модуля. Алиф, бет, игра слов путается. Первый курс, все правильно, 4 модуля. Алиф, бет, все верно, друзья мои, вы все правильно. Олег? Кен, они шумят. איך זה עכשיו, תשאל את האנשים? עכשיו מצוין, אני שומע אותך טוב מאוד. מצוין. אז הקורס האחרון הוא קורס קריטי, זה הקורס הראשון שאני באמת מלמד בו, כבר אני מתחיל ללמד. значит, последний модуль из первого курса, это курс, который я уже учу его. שאול תחת מיקרוסקופ. это Павел под еврейским микроскопом. אוקיי, וזה למעשה קורס קריטי, כי רוב הנצרות היום פשוט בנויה על חוסר ההבנה של שאול. Это критично важный курс, потому что сегодняшнее христианство, в принципе, построено на неверном истолковании учения Павла. И здесь мы уже строим основания для понимания вообще мыслей Павла. И вообще первый курс, в общем-то, если я уже заканчиваю и объясняю, התוכנית הראשונה היא מבוא להכין את האנשים למסע, למסע לחזור חזרה הביתה. вступительный курс для того, чтобы помочь вам возвратиться назад. כמו שאברהם עזב את חורן לכנען והוא עצר בדרך, אותו דבר איתנו, זה תהליך, ואנחנו רוצים להיות חלק מהתהליך הזה. как אברהם, который вышел из Ура Халдейского, шел, делал процесс, то же самое и наш процесс. אז השלב הראשון, כל אחד צריך ללכת לאתר שאני הכנסתי עכשיו, לאתר של האינפורמציה, לקרוא ולהתפלל. каждый сейчас, кто будет учиться, должен перейти на этот сайт, прочитать, подумать. שואלים, מתי אפשר לתת, מתי אפשר להירשם? מיד, היום. הכל פתוח. Сегодня уже можно все заполнить, сегодня можно уже подать заявку. Им еще не решим, а вы шело и решим, ему ло мухан на тет мя доллар. Шело и решим, хабар. Когда вы записываетесь, вы должны уже иметь во внимание, что вам нужно и заплатить, и все это. Но это уже... То, вы кешер, если... Анахну не шел кешер. А в талих мы не решим, на самим аппликация. Кен. אז אתה יוצר איתם קשר, תסביר להם, אז אתה יוצר איתם קשר. כן, путь очень простой, вы регистрируетесь на сайте, я получаю сообщение, мы связываемся вместе. כל בן אדם שמגיע לישיבה שלנו חייב לעבור רעיון, חייב לעבור רעיון. вы связываетесь со мною, мы с вами чуть-чуть общаемся, чтобы понять кто что как, и договоримся с вами о процессе оплаты, и решаем, как вы будете учиться. אנחנו מקבלים את הכסף, רושמים אותו, ומתחילים ביחד את המסע. И уже тогда мы переходим к обучению. Все очень просто, друзья мои, нет никаких проблем. אוקיי, אז אם יש עוד איזה שאלות, אני אשמח לענות עליהם, אולג. תעלה את המייל שלי. כן, העליתי, בסדר. אבל אם לאנשים יש שאלות עוד פעם, אני רוצה להזכיר לאנשים שאתה בן אדם הראשי פה. Okay. Вы видите не только сайт, вы видите и электронную почту. Вот, сейчас ведет это бегущей строкой. Если у вас есть вопросы, но когда вы записываетесь, регистрируетесь, я автоматически получаю. Вы видите эту почту. show.ru@gmail.com, друзья мои. אנחנו מזמינים היום את כל דוברי הרוסית בעולם לחזור הביתה, להיכנס לדלת הראשית של ציון. Окей. Бонни Шальшилот. Друзья мои, какие еще вопросы у вас есть? Давайте поговорим. Кольшела, им я шела, нахну холим ла нотале. Пошучала. Я ша нашим шикварник шаму акшав. Окей. Им я шла нашим шелот, а не хола лото там бехая, там эвин. Кен. Топ, я ответил вам, друзья мои, значит, первый вступительный курс длится около полугода, вся программа обучения длится около 4 лет, первый курс стоит для 100 первых записавшихся людей $100, для того, чтобы понять, как вам оплатить это, вы связываетесь со мною,
и мы с вами решаем, как это будет сделано. Есть по шела, элети ота квар, а лода и де шела. Да, вы спрашиваете, это видео будет записано? Да, это видео записано и будет у нас выставлено. Вы сможете на YouTube его послушать. Тов, шоалим эмен эн кейла... Рега, есть по шела, ма шела зот? Они хол лалот шела, та сэдзэм суда. Эзэ шела? אני מעלה את זה, אתה תראה את זה מתחת, בתחתון. כן, כן, אם, בסדר, אני עניתי כבר, אם הווידאו הזה יהיה מוקלט. כן, כן, הווידאו הזה יהיה מוקלט, הוא יהיה באתר שלכם, באתר יוטיוב וגם בפייסבוק. לא, לא, את הווידאו בואו את זה פיסנו, אז מושתי לא פריסמטר, לספניאת שאתה יודע. וגם האתר הפנימי של הישיבה ברוסית, גם ייפתח השבוע בעזרת השם. כן, השאלה, אם כל הסכום צריך לשלם או אפשר? אז זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה. תקשיבו. вопрос тут. Сумму надо сразу. אני יודע $100 זה הרבה כסף בשבילכם. Если $100 для вас это большая сумма, у вас нет сразу, то свяжитесь со мною, мы с вами разобьем. אנשים צריכים להבין שזה מאוד קשה לנו, כי זה באמת עולה לנו המון, המון. בוא נדבר על קבוצות. רגע, שנייה. שואלים פה לימוד קבוצות. שנייה, אל תקפוץ משאלה. תן לי לסיים לענות על שאלה אחת קודם כל. שנייה. אנחנו מעדיפים שאנשים ישלמו את כל המאה דולר. Конечно, конечно, друзья мои, но если это не тяжело, лучше, конечно, сразу. Но если тяжело. במקרים מיוחדים וחריגים, אנא לעבוד על, 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 על פתרון עם אולג. לעבוד בפתרון. Уже со мной, друзья мои, мы с вами уже распорядили, как это сделать. Это не дерех, אגב, קבוצות שרוצות לעשות את זה יחדיו, теперь. אנחנו נותנים הנחה מיוחדת. Теперь есть групповое обучение, не только индивидуальное, а группами, допустим, домашняя группа или домашняя церковь или группами. И у нас тоже קבוצה של 5-10 איש. אנחנו יכולים לתת הנחות מיוחדות, אתם תעשו את זה ביחד כקבוצה, אבל допустим, если у вас есть группа в 10 человек, то вы можете купить этот курс по специальной цене. Это, конечно, будет уже дешевле. Не משתמש אחד לכל הקבוצה, הם יכולים לתת. Да, будет у вас один. Тогда у вас будет один аккаунт на всю группу, и вы сможете через этот аккаунт уже с группой смотреть. Да, Энбая. Отчело? А им есть отчело? Шуалим им коля дам уиша, гевер уиша и холим лельмот. Бемеахускен. Любой мужчина, человек, женщина в любом возрасте. Меахускен, ломешане им ата юди, огой, ломанинути. שאלה, כמה יעלה קורס אם כבר 100 אנשים נרשמו ל-100 ו... אז המחיר עולה ל-150. אז צנה, דרוזיה, מה בוית уже $150. для первых 100 человек 100, для уже дальше уже растает цена. וכל האתרים פתוחים, אבל אנא תדעו, אנחנו לא סתם מכניסים אנשים, כל בן אדם יעבור רעיון, כל בן אדם יעבור רעיון. Не каждый человек вообще, на самом деле, не всех людей мы и принимаем. Человек должен пройти как бы такое небольшое собеседование. И мы что хотим להיות רק חלק מעצמו זה לא לא רעיון טוב. אם מישהו רוצה להיות חלק ממשהו גדול, חלק ממשהו גלובלי, זה אנחנו מזמינים אותו. באמת. טוב, вы должны понять, что вы становитесь частью чего-то большого, чего-то глобального. Сейчас я רגע, אני אתן לינק להרשמה, הנה בבקשה. כן, נכון, לא יקן, שמתי להם עכשיו, ושמתי להם פה. שיכנסו לאתר, שילכו לרשם, מה ימי? Вот эта ссылка на регистрацию, то есть вы кликаете от нее и переходите сразу на страницу, вот, подать заявку. אין בעיה. האם יש עוד שאלות, אולג? רגע. איזה תנאים למסיימי למידה, איזה תנאים, לא יודע. Какие обязательные требования к выпускникам ешивы предъявляются? Друзья мои, ну какие требования? Вы становитесь частью общины, частью семьи. Ахи тоб, мишу катаб бейврит лома цлиха лейканес энбая. Тиканси ла атар ru.shuvu.tv, ואז מצד ימין יש לך הרשמה. זה מה שצריך לעשות. Ага. Если муж и жена, если... Отпам, Олег, улая шаве, лаарот ла анашим, отпам? Ма, лаарот, аршама? Отпам, они маре отпам ла анашим. Отпам, аха. Сейчас хочу показать вам, как мы записываемся. Еще раз подаем заявку, я еще раз перехожу сейчас на эту ссылку. Отпам, ахат, они маре по, бешвила анашим.
ללכת לאתר ru.shuvu.tv. תגיד לי שזה, אתה רואה את האתר, אולג? כן, כן, אני רואה. Вы сейчас видите, ссылку, также я поделился сейчас ссылкой в переписке, друзья мои, это ссылка сайта, вы можете на нее перейти, и вы сразу попадаете на сайт. Но не бегите просто вот сейчас записываться, лишь бы записаться, друзья мои, подумайте на самом деле. כן, בוא נשלח להם אתר אינפורמציה גם כן. כן, הנה, אני שם לך עכשיו עוד פעם, אני שם למטה את ה... זה אתר הרשמה ויש אתר אינפורמציה. אני נותן, לא, זה אותו אתר. האינפורמציה זה חלק מהרשמה, אני נותן עוד פעם, יש לך למטה. ru.shuvu.tv, זה ממש פה. זה על המסך. רגע. זה על המסך, אולי, תסמוך עליי. כן, כן. אוקיי. טוב, דרוזיה מי, ווידיתי, דה? איפה האתר הזה שיש את התמונות ואת האינפורמציה? הכל שם, הכל באתר. הכל זה באתר? זה אתר עם הכל. הבנתי, אוקיי. טוב, דרוזיה מי, ושאס ווידיתי, דה? יזיקי תותונת, ובירייתי רוסקי יזיק, все у вас здесь заявка, пожертвования, программа, руководство, все у вас здесь есть. עוד פעם, אם יש בעיות, תיצרו קשר עם אולג, אין בעיה. То есть, если у вас есть какая-то проблема в чем, свяжитесь со мною, и мы сможем это решить. Также те, кто будут регистрироваться, я автоматически буду заносить вас. Обязательно у вас должен быть аккаунт Фейсбука. Вот, и я буду заносить вас. Кен, обязательно должен быть аккаунт Фейсбука, я буду заносить вас в группу. Там, в группе, мы вопросы, ответы именно там. Не на сайте в основном, это сложно. Но в группе, в Фейсбуке будем разбирать все вопросы. Олег, ты сбирлаем, что мы ирену лаем, а им рад гаргир катан. То есть то, что мы сейчас показали вам, это маленькое только начало, это только маленькая вообще часть. Есть у нас дарбе автоот, а мы шумрим хелкам. Шейла, Зина, мы уже... Шейла, я лети ота. Кен-кен, Зина, мы уже отвечали на этот вопрос. Вопрос не в дипломе, не в знаниях. Вопрос в том, что мы становимся учениками. Учениками, частью семьи. А Шейла и Манахну Ниршамим Ракбиш Вильтудот. Запись этого эфира, ну, не знаю, сегодня постараюсь выпустить. Да, те, кто из вас опоздали на этот эфир или не были, я советую вам сначала его прослушать, для того, чтобы все понять, всю картину. Вся информация по сайтам, как регистрироваться, как работать на платформе, друзья мои, все в группе, в Фейсбуке, мы будем все это разбирать, ничего сложного нет. То, что мы, они тем, Коля... אבל לא תן, תן לי להגיד כמה דברים רק לסיום פה, אולי, כי אני חושב שאנחנו מיצינו פה את ההסבר, תן לי להגיד כמה דברים לסיום. טוב, בזוויר שני, דרוזיה, מפארו סלוף יסקז'ו. אנחנו באמת עומדים ביום היסטורי לדוברי רוסית. תויסט, היסטוריצ'סקי דין לרוסקי יזיצ'ניך, וירושיך סיצ'ס. ברוך השם, הוא מקים משהו יפה מציון, משהו לעולם. Господь поднимает что-то из Сиона, действительно пророчески выходит слово из Сиона. כמו שהנבי זכריה אמר היום שעשרה גויים יחזיקו בכנף של איש יהודי. Как пророк Исаия сказал, что 10 язычников возьмутся за одежду еврея. אנחנו רוצים להמשיך את ההשקעה הזאת, כי החזרה שלכם אומרת שהתשועה של כל העם היהודי קרובה. טוב, это всё необходимо, друзья. До полной картины спасения Израиля. Везазман, зазман лезе. Это время. Есть пошила им баль ве шару цим лельмот я. Эн баль, тен лайм ביחד באותו מחיר. Окей, друзья, если муж и жена хотят учиться вместе на одном аккаунте, нет никаких проблем, это одна и та же цена, только один аккаунт на семью. Эн баль, אנחנו לא מפרידים את מה שאלוהים עשה сам ביחד. Какого числа регистрироваться сегодня уже можно регистрироваться? ברוך השם, אנחנו מברכים אתכם. אוקיי, благословляем вас, друзья мои. בוא נתפלל בשביל כולם. Давайте помолимся за всех. אבינו שבשמיים. Отец небесный.
אני מודה לך אבא על כל דוברי הרוסית בעולם. Благодарю тебя за всех русскоязычных моих братьев и сестёр во всём мире. שרוצים לחזור חזרה לציון. Которые хотят возвратиться на Сион. אבא תיתן לנו את הכלים. Дай нам все необходимые инструменты. תיתן לנו את הכוח. Дай нам необходимых сил. לבנות את המסילה כמו שהנביא ישעיהו אמר. Действительно воссоздать пути, как пророк Исаия сказал. למשיח צדקנו. Для нашего мессии, нашей праведности. לחזור הביתה. Возвратиться домой. מאוקראינה. С Украины. מ-Москва. С России. מ-Вильнюс. С Вильнюса. מ-Сибирь. Сибирь. מכל המקומות, אבא, להמליך אותו כמלך ישראל. Из всех стран помоги нам воцарить тебя. תודה לך, אבא, אתה מקים, מעורר. Спасибо за то, что ты пробуждаешь нас. אני מתפלל שאתה תקים ותעורר גם את הפסטורים בכל הכנסיות האלה. поднял и пробудил также пастырей. לחזור חזרה הביתה. Возвратиться назад в свой дом. תודה לך, אבא, שאתה מרים היום. Спасибо, Господи. אתה מקים פנחסים חדשים. פנחסים חדשים. создаёшь новых фаресов, новых пинхасов сегодня. Им ДНА, им ДНА של ישוע המשיח. С вот этим с генетиками, с генетикой ישוע. לא קשור לגנטיקה של הדם שלהם, אבל קשורה לגנטיקה של דם המשיח. И мы теперь уже не связаны с нашей генетикой, а связаны с генетической линией. תודה לך על ההתחדשות שהתחלת היום. Спасибо, Господь, за то обновление, которое ты сегодня начал. Во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Олег, айон за йом миюхад бе от сиба. Сегодня есть еще один важный день, друзья мои. Еще причина одна. Элоим шалах ла ешива. Элоим шалах ла ешива. Хазан. От хазан. А, у нас, вы знаете, в ешиве есть хазаны. То есть это певцы, специальные певцы. От хазин. И у нас еще есть один хазин такой. Тסביר להם השם שלך, מה הפירוש? כן, הם יודעים. אז החזן הזה הוא חזן קונסרבטיבי. Этот хазан, который поет, это еврейский из еврейской консервативной синагоги, но он возвратился к корням веры. והגיע לאמונה. Он принял Иешуа и верующий сегодня. היום אנחנו הוצאנו את הספר החדש. И сегодня ещё один радостный день, мы выпустили новую книгу. Это сидур хадаш. Это мессианский молитвенный сидур. Им кола пирушим амешихим ла сидур иудей. Все объяснения мессианские снова завели этого сидура. Бемет за бемет айом яца лао. Сегодня это вышло в свет. Они хошев за ехиди беулам, но? Ехиди беулам. Они хотели. Это единственный сидур в мире, который мессианский сидур. То есть это еврейский молитвенный сидур с транскрипцией, с объяснениями из Нового Завета. Они хотели ларотла анашим шния. Это почему? Что показать сейчас? Лама днём меюхад. Как это выглядит и почему это особенный день? Ки безрат Ашем бекаров. Скоро. Анахну нетаргем отогам. Анахну нетаргем это для русит. Мы также будем переводить его на русский язык. Для этого нам нужна, друзья мои, команда из переводчиков. Если вы умеете переводить, имеете опыт, имеете знания, срочно свяжитесь со мной. Я рядом сейчас для нашим. Сейчас я покажу вам, как это выглядит. Эмиру, как это нира? О, вау. А ты видишь, как это нира? Кен. Гам бе англит? גם בעברית? טוב, это вот так выглядит на иврите, на английском, сейчас на английском, а будет на русском. גם כל הפירושים? И внизу все комментарии, которые уже связаны с Новым Заветом, с Евангелием. וזה גם בשפת האם. גם בשפת האם של זה, שאנחנו נתרגם את זה בקרוב לרוסית. Так, когда мы уже на русский язык переведём, вы уже сможете читать на родном языке. Здесь все комментарии, молитвы. אם אתה רואה את 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 המסך שלי עכשיו, קוראים לו סידור אהבת עולם.
Вот то, что я сейчас вам показываю, это сидура аватулям, то есть это сидур называется «Любовь к миру». Все песни, специальные распевания записаны. Здесь наполнены Святым Духом. Вот сидура аватулям, да. И мы уже записали все мелодии, все песни, специально как хазаны поют, распевают молитвы. Интересно исторически, что в день, когда мы поднимаем русскоязычную ешиву, в этот же день выходит в свет и сидур наполнен вообще Ишуа, там все, а Ишуа полностью связан с ним. Барух Ашем, беемет барух Ашем. Друзья мои. Олег, я думаю, что мы можем לסיים, נכון? Кен, יכולים לסיים, בסדר. כמובן, אם יש לכם שאלות, התחלנו ביחד, בואו נתקדם. Друзья мои, если у вас есть вопросы, у вас есть вся информация, как, что, связаться, и задать ваши вопросы. Вот, допустим, у вас есть здесь. Скоро те, кто будут записаны, вы сможете в группе, также я буду добавлять вас в группу, вы сможете в группе, в Фейсбуке, все будет. Туда лахем, в баямим акровим, кехол шанахну некабел йотер апликациот, натхила, Олег ятхила раян это анашим, вали иткадем. Да, то есть по мере того, как вы будете записывать, я уже буду с вами связываться. Окей. Шавуа тов лекулам. Всем хорошей недели, друзья мои. Если есть вопросы, пишите потом уже мне. Давайте будем продвигаться в нашей миссии. Туда, в литраот лекулам. Литраот, всем до свидания. Шалом.